Расскажи-ка мне, кто у нас такой добрый? Ни за что тебя не возьму! Небось, хотела меня провести! Не будешь ты работать! Хватит с меня лежебок и дармоедов! Или, может, сгноить тебя на самой тяжелой работе? Заставить тебя работать и день, и ночь! Ладно, ладно, только не ори! Ах ты мой цыпленочек! Пошли! Надо же! Ради таких мгновений и стоит жить. Никто не сыграет покойницу лучше меня, Эрнест. Что ты им скажешь? Ты будешь на расхват в тюрьме. Ладно, по-хорошему, значит, не можем. Вы уплатили... ноль. Простите, схитрила чутка. О, thank you, stepmother. Mother, do you realize what you just said? Of course. I said if... Фредерик, мне начинают нравиться пятна. Я живу ради меха, я боготворю его. Разве есть на свете женщина, которая не любит мех? Отдай это Аните! Забавно, правда? Если мы сошьем этот костюм, я как будто надену вашу собаку.